Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня опять Бравл Старс. Закончился сезон. В прошлом сезоне я не доапал 18к кубков, как хотел. Ну, потому что получилось и обнова в битве замков, и колда вышла. Поэтому у меня не было... Тихо, я тебя сейчас тут солью. Солнышко. Вот, а в этом час я решил немножко пофаниться и попробовать апнуть 18к кубков и немножко подротить в Бравл Старс. Как видите, Сэнди у меня одна из топовых сейчас в Украине была. 800 кубков вчера мы апнули. Точнее, сегодня даже я апнул с одной тимой, просто тупо зашел в рандомчике и наапал. Ну, как видите, вообще без проблем. Сэнди просто нереально крутая. Не знаю, вот мне нравится больше всего вот этот герой на сегодня. Она просто имбалансная, как по мне. То есть, круче героя я пока, ну, сколько я бегал, я всеми, в принципе, бравлерами стараюсь бегать. Но в 3 на 3, я в основном бегаю в 3 на 3, я в шадашку не хожу. Я именно дрочу в 3 на 3, потому что здесь какой-то, ну, вот не знаю, веселей. И трешечка больше. И... Блин, она здесь нереально крутая. Набивается ульта и все, и просто жесть начинается. Вот вместе с Пока это просто пипец. Можно свободно центр держать, и никто там, никакие леги вам ничего не сделают. Видите, просто изи налегке. Ай-яй-яй, разобрали, ну, в принципе, не беда. Не дособирали еще. Как видите, центр просто вот. Ай-яй-яй-яй-яй. А, это все нормально, все гуд. Сразу же просто разобрал. Давай, беги, беги, бро. Аккумулятор у нас... Батарея заканчивается, к сожалению. Ну, видите, вот просто бешеный герой. Не знаю, каких-то других. Ну, я не знаю, кто он может с ним сравниться. Как по мне, на сегодня вот тот Пока, которым я бегал, играл, тоже мне реально очень нравится. Не дотягивает. Я, конечно, вступил, хрень сделал. Да, конечно, печальку сделал я. Вот реально со многих героев их очень сильно вымораживает. Смотрите, что делает. Что они делают? Ну, Шелли тут вообще ни о чем. Как по мне, на этой карте.
Да, блин. Да, Шелли, конечно, печалька. Ну, понятно. Все с тобой понятно. Но мы не сдаемся, мы тащим. Сейчас как раз самый кайф играть, все бегут быстро фармить, дофармливать кубки свои. Все топчики. На что он там надеялся, я не знаю. Теперь начинается трэш и веселуха. Видите, можно даже вот так вот нагло дерзко заходить на ихнюю территорию и просто тупо сливать. Ай-яй-яй-яй-яй. Заигрались немножко. Ничего страшного, в принципе. Надеюсь, они не побегут за кристаллами без меня. Вот посмотрите на этого героя. Просто, просто сказка. Пришел, отхреначил всех. Вжарил. Просто нереальная имба. Она просто тупо шатает. Точнее, он, это он. Нереально крутой герой. С таким героем реально хочется играть, играть и играть. Ну, он плюс Пок, я думаю, это мега-супер связочка, которая, ну, просто тупо будет везде в топе. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а где там этот? Где-то заныкался. А, вот он. Все-таки достали. Оп, чик. Так, тихо, 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 тихо. Держим, держим, держим центр. Ну не подвисай, блин. Вот подвисает самые ненужные моменты, вот реально. Вот так вот. Просто по красоте забрали. Че, поехали еще разок. Еще одну каточку. Вот так вот можно бегать этим героем просто тупо сутками. Герой нереально крутой. Я не знаю, пока круче, чем Сэнди. Легия, ну не знаю, она... Посмотрите, что она делает. Просто бегает и танчит всех подряд.
Здорово, бро. А, ну окей. Хочешь? Окей, не вопрос. Вот и все. Вот и закончились восьмибитки. Вот восьмибитка тоже мне очень реально нравится. Классный герой, но... Да все, бро. До свидания. До свидания. Я говорю вам, до свидания. Теперь делаем вот так. И будем со всеми прощаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Восьмибитка, что ты делаешь? Ну куда ты бежишь? Эй! Вот нафига было бежать? Пипец. Это, конечно, печаль. Ну, хоть успели, красавчики. Реально, маскировка тащит. Могут там сидеть. Просто изи. Че, еще одну каточку? Эти звездный герой и звездный игрок, точнее, берется просто налегке. Если у вас есть Сэнди, с вами будут 90% игроков хотеть играть. То есть просто бешеный. Апнуть ее можно, думаю, и до 1000 свободно. Так, тихо. Ай-яй-яй. Тут у нас веселый состав нарисовался против нас, конечно. Ничего страшного. Сейчас мы будем их выманывать оттуда. Они будут только издали нас убивать. Вблизи, конечно, у них вариков реально нет. Так, ладно. Пусть лучше Поко. Сейчас, конечно, могут его потянуть. Так оно и случилось, но, в принципе, нормально. Нифига себе. Вот это прикол. Ой-ой-ой. Обалденно играют парни, кстати. А, второй раз не смогли потянуть. Но тут уже варианта уже не будет никакого. Ну так вот, просто изи. Ну хорошо играет. Как видите, ну апнуть ее, точнее он, Сэнди это он. У него мужской голос, до 700 кубков можно налегке. Я в принципе это и сделал в первый день, как только вышел герой. Так, это будет наша последняя катка, наверное. Телефон разрядится, скорее всего. Вот посмотрите, как чудесно минусуется. I know.
блин, пока не поддержал. Я, знаете, со временем прихожу к мнению, что в Бравл Старс надо бегать с дискортом и общаться с ребятами, потому что очень много... Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас потеряем. Да, потеряли. Но все равно, видите, что они делают? Они просто нереальные. Ой-ой-ой. Хорош, забирай. Нельзя так играть. Никогда так не играйте, как я. Просто изи. Хорошие каточки. Два. Че, еще разок? До победного. Не, все, Шелли вышла. Я, в принципе, тоже выйду. Сколько можно бегать? Вот видите, налегке 700 кубков апается просто за 10 минут. 37-й я уже в списке. Был 44-й до того, как апал Сэнди. Ну, в принципе, в топ-10 выйти, это 17 кубков надо набить. Ну, по Сэнди, мы, думаю, на первом. 702, да. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите стримчиков с Бравл Старс. Всем удачи, всем пока.